полученной из достоверных источников информации, госпиталь для коронавирусных больных в Анастасьевке до сих пор не введен в эксплуатацию и, соответственно, не достроен. Так ли это на самом деле, мы узнаем на месте. Едем в Анастасьевку. Напомним, что на данный момент больных коронавирусом привозят в родильные дома. Первый, второй родильный дом Хабаровска. Кроме того, челюстно-лицевая больница, хирургия на площади Ленина также перепрофилирована в ковидный госпиталь. Ну что ж, мы достигли цели нашего путешествия. За моей спиной находится тот самый пресловутый госпиталь в Анастасьевке. Как мы видим, никаких людей, никакого движения в этом госпитале нет. Однако нас убеждают в том, что госпиталь все-таки функционирует, что он работает. Сейчас мы пройдем, покажем вам, как он функционирует. Все загорожено забором, перекрыто. Внутри видно, горит свет. Все очень чисто, впрочем, как в армии. Это, видимо, 161, это номера боксов, вот там 162. Никакого движения. Никаких людей, никаких военнослужащих. Такое ощущение, что никого внутри нет. Тоже все пусто. Я снимаю госпиталь. На какой цель? Хотим выяснить, есть здесь кто-то или нет. Здесь есть люди больные, лежат. Они не видно, никого нету. А почему они должны на улице находиться или где? Ну, обслуживающий персонал какой-то. И все внутри находятся. В чем проблема? Дальше. Ну хорошо. Вам сказали, что вставать с 301 госпиталем. Было сказано? Нет. Так, отошли от госпиталя. Мы не находимся рядом с госпиталем, мы находимся за забором. Здесь что, военная часть какая-то или что здесь находится? Здесь военный госпиталь. Но мы же не на территории госпиталя. Что, может, прокуратуру вызвать? Ну, если есть желание, вызывайте. Что? Ты, может, теракт готовишь? Ну, какой теракт? Такой. Ну, где доказательства, что я готовлю теракт? Ты съемку ведешь. Ну, и что, я съемку веду? А? Меня не снимай. Ну, а что, я снимаю госпиталь, вы подошли, я снимаю. Хочу, чтобы люди знали, что здесь происходит. Госпиталь, работает он или нет, и все. Я веду журналистскую работу. Как мне доказать мою работу? Сейчас тоже хотим снять. В чем проблема? Ни в чем. Ну вот. Не надо снимать. Почему? Потому что все вопросы есть вышестоящее начальство. Ну хорошо. Понимаешь? Ну да. У нас пришло распоряжение вас не пускать. Ну, я понял, что у вас пришло распоряжение нас не пускать. Хорошо. Я понял, но ничего противозаконного в том, что я снимаю, что здесь построили вот такой замечательный госпиталь, я не вижу. Почему я сразу должен быть террористом? Я же не пытаюсь проникнуть к вам внутрь, не обвешан там динамитом и так далее. Я просто хочу поснимать, что у вас здесь настроили. Что здесь незаконно? Или у вас же нет здесь бетонной стены, правда? Нет. Ну, у вас все прозрачно, открыто, это народные деньги. Строится за народные деньги, армия у нас содержится за народные бюджетные деньги. В чем проблема то, что я, как гражданин, хочу посмотреть, что у вас здесь происходит? Почему нельзя этого сделать? Почему нужно говорить, что я террорист или так далее? Очень странно. На Стасевке вы все видели прекрасно, отказы пускать внутрь нас отказались. Военные сказали, что у нас нет разрешения, хотя запрос мы посылали. И
как вы видели, дорогие друзья, никого на территории госпиталя, во всяком случае, во дворе не было и близко. Пришел только тот самый охранник с КПП, который не очень-то на военнослужащего и похож на самом деле, и предложил нам убраться во свояси.